Всем привет-привет, с вами Лакать, и мы продолжаем играть в Хранителя Кладбища. У нас сегодня 10-й день, и напомню вам, что мы добыли ведро крови, так что мы идем, даже бежим, потому что еще немножко, и мы не успеем отдать его змею. Так, он у нас такой парень, с 9 до 5 работает, а в остальное время он дрыхнет или развлекается в городе. Так, вот он. Вот он, наш красавчик. Во, забирай ведро крови. Языческая кровь, отлично! Ты мне все еще не нравишься, но я ценю твою помощь. Да, да, я так долго ждал этого момента, и теперь все готово. Ты будешь первым, кто увидит его появление. Вообще, у меня там могила не копана, я, может, пойду? Стоять! Не зли меня! Стою, стою, не нервничай так. Ахалай, махалай! Это сейчас мы курицу пытались призвать? Нет, что-то пошло не так. Ну, должно быть много чего. Тихо! Запишу-ка я в свою бесконечную тетрадь, чтобы не забыть. Убить продавца свитков. Вот ведь засранец. Клялся ведь, что это точная копия нужной мне страницы. Нужен оригинал, никаких больше копий. Ты что-нибудь знаешь про городской королевский университет? Я знаю одного звездочета. Мне кажется, он когда-то работал в университете. Мне никогда так не фартило. Ты, похоже, приносишь мне удачу. Надо тебе ногу откромсать и носить с собой на счастье. Шутка. Заставь своего звездочета принести тебе некрономикон из университетской библиотеки. Буду тебе по гроб жизни обязан. Ладно. Посмотрим, чем еще он может. Во, нам нужна королевская печать. Все! Выдал! Просто вот так вот! Обалдеть. Ну ладно. Вот, это здорово. Это значит, мы можем продавать мясо наконец-то. Змей, ты можешь найти для меня эти предметы? Я могу найти все, что угодно. Только скажи. Свет мой зеркальце, вечный уголек и чудо-вилку. Странное название. Как ты мог заметить, сейчас я немного занят очень важными вещами. Совсем нет свободного времени. Вот если бы ты мне помог... Я бы с радостью ответил тем же. Понятно. В общем, да. Во-первых, он нам дал золотую историю. Но, что даже еще лучше, так это то, что он нам дал печать для мяса. Давайте мы прямо сейчас, вообще не сходя с этого места, можно сказать, почешем к нашему... как же его звать-то? Я забыла. Харадрик. О, я вспомнила это имя. Харадрик. Почешем к Харадрику. Отдадим ему эту печать. И пускай он у нас покупает теперь мясо. Так. О. С подземными этими переходами прям вообще удобненько. Харадрик, Харадрик. У меня есть печать. Ну, вот и отлично. Если есть печать, то дело за малым. Приносишь мясо на свой кухонный стол. Оворачиваешь бумагой какой-нибудь поприличней. И куда-нибудь посередине шлепаешь печать. И в таком виде я уже покупаю с удовольствием. 10. Ну что ж. Так, печать у нас не забрали. Ладно, к сожалению. У нас все больше и больше инструментов... В руках, которые никуда, блин, не деть. Так, не знаю, как долго фермер тусуется, но раз уж мы такие сегодня производительные, давайте, может быть, и у фермера успеем каких-нибудь семян купить. Плюс я сильно надеюсь, что он какую-нибудь начнет уже чечевицу нам продавать. Или нужно ему с ним как-то торговать. Так, торговать. Нет, вот, похоже, надо ему приносить. А подождите, он покупает у нас овощи? Я что-то не помню. В общем, да, вот здесь вот есть вот это вот, не знаю, что это, не чечевица. Вот это, по-моему, чечевица, лук, тыква,
еще какие-то семена. Вот тут у нас серебряную тыкву даже продают. А, тут серебряный лук и серебряный вот фиг знает что. Вот это чечевица, а вот это какие-нибудь бобы, наверное. Ладно. В общем, продает. Я тут подумала, можно же еще прогуляться немножко. Нас, в общем-то, никто не держит, за нас железо добывают зомби, а новых зомби мы пока что сделать не можем. Ну-ка. Могила. Какая-то она такая покоцанная. Мы ее тоже украсим потом. Мельник. Прочесала маньяк. Привет. К сожалению, моя мельница сломана. Если тебе надо что-то перемолоть, сходи в город. К сожалению, молоть мне нечего. Я живу у кладбища. Хранитель, приятно познакомиться. У меня тут есть старые запасы, которые могут тебе пригодиться. Мукой, что ли, торгует? Чувак торгует мукой? Серьезно, 12 медных за одну мучинку? Ну уж нет уж. Ух ты. Можем войти? Вы не можете попасть внутрь, пока не заработаете 8 улыбочек у мельника. Неплохо так. Смотри, тут еще какая-то территория. Но я, правда, не уверена, что нам сюда можно. Вот тут вот тоже какие-то помещения, кстати, над деревней. Мы там никогда не были. Надо будет сходить, но уже завтра. Сейчас явно все дрыхнуть лягут. А мы посмотрим. Нам нужно посмотреть теперь на наши технологии. Ну, давайте дойдем и посмотрим тогда. Так. Вообще квесты какие-то надо делать. Мы получили мясо. О, давайте начнем с мяса. Начнем с мяса. И трупами надо заняться. Всем, короче, надо заняться. Я тут зарядила немножко стекла в надежде на синие шарики. Это у нас сталь, я так понимаю. Прекрасно. Еще нужны явно тут ящики какие-то. У нас заканчивается место. Да. Может, мы можем сходу ящик поставить? Ящик. Куда бы его только поставить? Так, чтобы не мешался особо. Ну, как-то так. Давайте быстро его сделаем. Так, следующий день у нас день инквизитора. Инквизитору мы винишко... О, смотрите, а тут виноградик-то вырос. Виноградик, это хорошо. Ну, по-моему, вино довольно долго вызревает. Крест мы этот переработаем, чтобы его с собой не таскать сразу же. Ничего лишнего с собой таскать нельзя, потому что у нас слишком маленький инвентарчик. Так, стекло. Ага, так. Сталь не таскаем. Стекло не таскаем. У нас тут яблоки. Свежитель какой-то сделал. Там экспериментировала с этими... Что у нас там есть? О. Нет, давайте-ка здесь посмотрим, что. Капусту, наверное, мы продадим фермеру. Морковку отдадим ослику. Ягоду, боже мой, что делать с ягодой? На брагу, короче, пустим ее. Ага. И мясо. Давайте глянем, что там у нас с мясом. Вставить печать. Куда? А, во-первых, вот здесь вот моются гвозди. Я все пыталась вспомнить, где же мы мыли гвозди. А то гвозди-то остались окровавленные. Так, итого, у нас есть мясо и нужна просто бумага. И мы сможем продавать упаковки с мясом. Все, прекрасно. Ну что? Винишко? Тут у нас всякое барахло. Так, ладно, ягоды сейчас... Сюда хотя бы положим. Не будем пока что их перерабатывать. Но сюда положим.
и пойдем собирать виноград. Ой, барахла вечно столько, и некуда его девать. Или ну его этот виноград. Пойдемте заниматься трупами, наверное. Пойдемте заниматься трупами. У нас два трупа готовы к сожжению, насколько я помню. Поэтому у нас вот тел 6 из 6, ослик больше не приносит. О, морковку ослику. Вот так вот. Сейчас мы подразгрузимся. Не помню, 10 или 20 морковок ослик просит. Вот, смотрите. Эти трупы готовы к сожжению. Их мы сжигаем. Получим пепел, соль и похоронный сертификат. И нужны новые места для сожжения. Для них, для каждого аж нужно 7 чурбанов. Так что давайте подобываем. Нам, конечно, срочно, вообще срочно нужны зомби. Может, и не страшно, что мы их с какого попало материала сделаем. Так, соль, похоронный сертификат, пепел. Пепел нам нужен для удобрений, так что я его отсюда забираю. Соль тоже забираю. Все. Пойдемте-ка все-таки делать удобрения. Потом будем делать... виноград, потому что сперва удобрили, потом виноградом это все. Виноград запихали, виноград у нас получится хороший, вино у нас будет все прекрасное, будем мы счастливы, здоровы, живы и так далее. Так, нам вообще-то нужен алхимический стол 2 и алхимическая мельница. Для этого нам нужен полированный камень и вот эти вот все конструкции. Так, давайте по технологиям посмотрим. Ух! Вот алхимический стол 2. А, нет, дистилляционный куб 2. Нам нужен полированный камень. Вот эти штуки мы умеем делать. Да, нам только нужна свободная плавильная печь. Ага. Полированный камень. Вот он. 50. Сборочный станок. Вот этого требует 20. Ну, неплохо. Но мне кажется, что нам важнее все-таки... Сейчас еще раз гляну. Нам важнее алхимическая мельница. У нас нет алхимической мельницы, так что копим полированный камень. О, раз уж мы тут, давайте бумагу-то захватим с собой. Вот, для мяса. А пепел здесь оставим наоборот. И истории бы здесь оставить. Или истории сразу написать. А, у нас перьев не хватает, чтобы... В общем, вы поняли, да? У нас тут всего не хватает. Так. Ну да. Краска есть, главное. Перьев не хватает, потому что нужно 3 пера, а не 2. А я почему-то запомнила, что 2 и принесла 2 пера. Нам бы курочек каких-нибудь себе. Вот было бы... Да, поинтереснее, получше. Все, конечно, все еще очень сильно нужны шарики. О! Может быть, мы сможем сейчас удобрение сделать, раз мы принесли. Так, нам нужны... Нужен дубильный... Где-то тут они. Вот, удобрение. А, у нас есть усилитель роста, нам... Черт, только торфа не хватает. Или усилителя вкуса. Но это совсем уже не про нас. Заколебало, если честно, меня ходить по этим коридорам немножко. Ах, ладно. Стекло собрали, сталь собрали. Стекло... Сейчас... Сюда мы сгрузим бумагу, сгрузим соль, одну шмарковку сгрузим. И пойдем мы... Да. Виноград
Нет, не виноград. Чтобы виноград высаживать, нам нужно удобрение. Постоянно забываю последовательность. О, тут у нас заготовки для зомби-ферм. Только зомби не хватает. Торф. А у нас его что, серьезно? Всего 12? Ну вот. Да. Ну ладно. Значит, торф копим. Хотя нет, от 10 торфа у нас будет 10 удобрений. Это 10 грядок удобренных все-таки. Так что не выпендриваемся. Все, погнали. Что ж, очень быстро мы разобрались с нашим виноделием. Ну так, мы еще не до конца, кстати, разобрались. Тут нам нужно остальные части, вот эти вот. О, мы уже их можем сделать. Давайте мы их сделаем сразу 20 штук вот так вот. Вот. Все. И занимаемся вином. Все, дальше. Дальше занимаемся вином. Идем в наш подвал. Выгружаем сюда весь виноград, который есть. У нас уже его, кстати, солидно. Ну так, на пару бутылочек. Хватит. И давайте... Что я случайно ткнула? Ну ладно, это не сильно страшно. Я хотела вот сюда вот ткнуть. Во. Однозначно серебряное вино получится у нас. И медного пару. Вот так вот. Все, и загружаем, я так понимаю. О, черт. Да. Вот так вот. Во-первых, у нас нету перка мастер вина. Так что у нас получится только исключительно медное вино. Ну что ж, ничего, это уже лучше. Мы отдадим его Гэри, он напьется, нам пообещает рассказать, как попасть в портал, все такое. Что-нибудь он обязательно нам расскажет за винишко. Нам бы еще, да. Пойдем, короче, за Некрономиконом, наверное, сейчас. Проверим. Есть вино? Это вино? Нет, это вино будет через 3 дня, видимо, только. Ладно. Некрономикон вперед. Использовать. Маяк. Ну, здравствуй, дедуля. Ага, вот так вот. Без реставрационных документов и кислоты он с нами особо разговаривать не хочет. Но, да, кстати, во-первых, мы у него прикупим книжечек. Во-вторых, мы у него прикупим перышек. Вот так вот. Опа! Все, дед, больше ты нам не интересен. Ой, сейчас все изучим. Вот я прямо чувствую. Давайте идем в технологии. У нас 100, аж целых 100. И вспоминаем, что нам нужно. Нам был нужен полированный камень. Очень сильно. Есть полированный камень. Нам был нужен вот этот вот деревянная конструкция. Есть деревянная конструкция. Зомби-карьер. Соблазн, соблазн. У нас не хватит зомби. По-моему, даже... Так, вот мне вот это вот интересно еще. Сеть уличных фонарей. Очень. Но, наверное, это так, баловство. А нужно нам... консерванты? Да, или дистилляционный куб второй? Нам нужны резные надгробия. Потому что мы их исследуем за веру. У нас будет еще больше синих шариков. Все, так, явно у нас нифига не перезагрузилось, так что потопали ножками, ладно. Зато мы вот этот вот камушек тут поковыряем, а то мы его все доковырять не можем. Ладно, бежим, ничего, сейчас буквально до города добежим, там туннель, махом все будет.
Еще бы яиц перекупить, наверное. Чтобы сделать клевую еду. Давайте прикупим. Торговля, яйца. У них цены какие-то вообще нечеловеческие просто. Они увеличиваются махом. Экономика у них зверская. Так, мясо-то мы не сделали, да? Ну ладно. Это ничего страшного. У нас... О, завтра воскресенье! Ху-ху-ху! Из-за того, что мы с собой веру не таскаем, я не помню, сколько у нас ее вообще есть. Это, конечно, не очень удобно, потому что я что-то там, по-моему, не туда пошла. Потому что, да, по-моему, у нас на зомби хватало веры. Но это не точно. Такс, ну-ка, создать... Во-первых, мы сделаем удобрение роста. Во-вторых, мы сделаем... Да что ж ты будешь делать? У нас нет колб. Арр! Как я зол! О, благовоние можем сделать. Прикольно. Не знаю, прям, что с ними пока что делать. Но я думаю, найдем. Ладно, нам нужны колбы. Вот такого вида. Тут у нас... тут мы делаем эссенции, тут мы исследуем. Но у нас, наверное, нечего исследовать. Исследовать можем... 8 у нас веры. Не будем мы ничего из этого исследовать. Жадно нам. Слишком нам жадно. О, осел. Ой, так он же, наверное, и в прошлый день... Ой, Опять пропустила ослика. Ну-ка, ты у нас кто? Ты у нас так, труп валяешься. Точно пропустила. Так, вот у тебя еще есть надежда? Так себе, конечно, надежда. На тебя уже надежды нет. Да. Ну ладно. Работаем. Будем сжигать их всех. Еще немножечко осталось буквально и начнем уже бальзамировать. Кожу, черепа, все подчистую вырезаем. А начнем бальзамировать и начнем клепать зомби. Вот с завтрашнего дня точно начнем. Осталось только нам немножечко буквально. Ну да, нам еще же построить нужно все вот эти вот препараты, аппараты. Верстаки. Ну да, вот так вот выглядит труп, полностью разделанный нами злобным мясником. Так, все скинула. Да, все скинула. Все. И вот этого тоже вот так вот. Мы его совсем не уважаем, кинем на пол. А тут у нас вот это вот хорошее тело для зомби, мне кажется. Вот это хорошее тело для зомби. Вот это может быть тоже, но посмотрим. Так. Ладно. Идем спать или нет? Идем. У нас есть... Умение делать полировочную пасту из масла, елки-палки. Делаем ее. Во! Лучший до столярного верстака второго. Сложные железные детали. И, кстати, с этих стальных деталей тоже синие шарики. Это здорово. Но нам нужны колбы. Вот такие вот для алхимии. Вот такие вот колбы. Сложные колбы. Не знаю, зачем нам нужны. Что у нас... Да, у нас сосредоточились на железе, графит у нас что-то не таскают. Графит-то, может, и таскают?
Кто знает, уголь нам не таскают. Так, на чем мы закончили? Да, нам нужны колбы. Так, хотя бы 20. И сложные детали. Я не успею. Ничего страшного. Мы спать не торопимся. Во. Супер клёвый будет у нас столярный верстак. Ну, ёлки-палки. Сейчас придется спать, у нас еда кончилась. О! Стальная стаместка. О, стальная броня, наконец-то. Линза полировочная. О, все это для всего нужна вера. Вот прямо не могу. Деревянная конструкция, наконец-то. В общем, да, сейчас мы поспим, помолимся и зададим вообще всем жару. Спим, спим, спим. Ну, я думаю, не обязательно нам до конца спать. Что, в общем, яичницу можем приготовить. Не будем мы готовить яичницу. Мы... Так, где-то тут был такое, типа, сдобное тесто. А, сдобное тесто было не здесь. Сдобное тесто было вот тут. Для сдобного теста нужно молоко. А откуда вообще тут берется молоко? А давайте хоть капусты наквасим. Все, теперь можно бежать молиться. А, нет, у нас же есть хлеб. Давайте мы его продадим. Да. Хлеб мы продадим. О, винишко. 20 вина? О, слушайте, так это другой разговор вообще. Я-то думала, будет одно вино, а тут 20 вина. Это действительно выгодно тогда. Значит, я знать бы, на кого, кому это продавать все добро. О, кто-то хочет помолиться, точнее, исповедоваться. Ну-ка. О, они еще и истории рассказывают. А мы их записываем, засранцы. Что делать? Ладно, будем надеяться, что это не исчезнет. Сейчас. Здравствуй, чувак. Вот тебе хлеб насущный. Нет, не исчезло. Ура-ура. Ну, слушайте, история, исповедальник как источник истории, это, конечно, классно. Все, молимся. Давайте поговорим о Боге, дадим денег. Народу у нас уже просто немерено. Даже жалко, что лавок не можем еще поставить. Как-то неприлично. Люди в гости пришли, а мы их на ногах держим. Хорошо, хорошо, но не отлично. Все, ну-ка. По 12 медных. Ладно, у нас тут нищая деревня. Все. Винишко. Ну, пойдемте к Гэри. О, нет, деньжата заберем и к Гэри. Да. Он нам что-нибудь да расскажет. Так, не поняла, где перья? У нас было два пера. А, наверное, я же еще один шкаф сделала, точно. Вот они, перья. Ладно. Торф тоже сюда кинем. А вот веру заберем. По крайней мере, 10 веры заберем. Вот так вот. Остальных частей давайте глянем, сколько нам нужно, и столько их тут и оставим. Два. Да, и все. И шесть вот этих вот треугольных деревянных конструкций.
2. Все, идем к Гэри. Все свои обязательства по церковнослужению мы выполнили. Ай, он тоже хочет серебряное вино. Ну прямо вообще. Так, Веру мы тут оставим. Куда девать вино, еще не придумали. Ладно. Ладно, ладно. Придумаем, найдем. Значит, нам нужно действительно больше удобрять и делать... А, еще и винный вот этот вот сомелье. Или как он там назывался? Купажирование, мастер вина. Ничего себе, слушайте, а нам далеко до него. Сперва нам пиво нужно изучить, потом сбраживание, потом крепкий алкоголь, только потом купажирование. Ну, либо делать из золотых, серебряное вино из золотых виноградин. Нет, не созрел еще? Вообще не созрел. Ладно. Что мы делаем здесь? Оставляем удобрение. Все. Где бы молока взять? Где-то тут явно, значит, есть еще какая-то ферма молочная. Мы ее где-то, видимо, потеряли. Не нашли, точнее. Не нашли, скажем так. Так, камнетесная мастерская. О, полированный камень. О, полированный камень! Стаместка железная или полировочная паста. Стаместку проще сделать. Она к тому же наверняка не одноразовая. Так. Ну ладно. Простые железные детали это несложно. Все, вот и сделали. Железную стаместку есть. И давайте глянем, что тут деревянная конструкция. Нужны просто гвозди, деревянные балки и сложные железные детали. Понятно. Может, стаместку можно не носить с собой, надеюсь. Уж. Ну что ж, простые железные детали. Сложные железные детали. И гвозди. Вот как-то так. И теперь вот сюда бы зомбика поставить. Вот этого мы не будем трогать, а то потом вот очень далеко отнести домой. Все, спим. К Шармель, что ли, сходить? У нас как раз есть 5 веры. Можно потратить на изучение ингредиентов, а можно на Шармель. Что-то не хочется мне с ней общаться. Ну, наверное, надо. С другой стороны, мы можем еще подкопить и сделать 2 зомби. У нас же, вот как только мы с бальзамированием разберемся, у нас этих трупов будет шикарных, просто пруд пруди. Так, колбы есть. Всякие детали тоже есть. Теперь осталось вот эти вот деревянные балки сделать. Да, это, конечно, все очень-очень долго. У нас энергии достаточно мало. Все, спать пошли. Вот такой вот у нас короткий день. Вообще. Да. Надо какой-нибудь еды раздобыть. А то у нас прям совсем ничего нету. Морковных котлет. Но мы всю морковку отдали ослу. Ну-ка.
Делаем колбы. 48. Во. Чем больше колб, тем прекрасней. Тем больше у нас синих шариков. Даже сейчас, наверное, мы что-то сможем изучить. Так. Ням-ням-ням-ням. Не здесь и не здесь. Генератор случайного текста. Я так понимаю, это зомби нам будут писать истории. Это прекрасно, но у нас нет зомби. Боевые навыки. Ля-ля-ля, зомби-карьер. Ну, можно, конечно. Но мы не умеем добывать мрамор. Вот чем мы умеем его добывать, не умеем его обрабатывать никак. Это прям такое большое дело. Все, короче, мы изучаем пивоварню. У нас, конечно, нету пока что хмеля и даже нету представления, что вообще, где его добывать, у кого его покупать. Гвоздей нету. Ладно, сейчас будут. Тяжела работа. Ух, тяжела. Деревянная конструкция. Я не помню, сколько нам их нужно было. По-моему, 6. Поэтому сделаем 10. Если что, никогда вообще они лишними точно не будут. Я думала, мы столько гвоздей понаделали, что у нас будут лишние гвозди, а нифига. Просто махом гвозди закончились. Вы видели, да, мы делали новые гвозди. Спим опять. Ладно, у нас такой... Не знаю, фарм... День был. Фармим всякое... Нужное для наших верстаков. И это мы еще полировочную... Ой, камень не полировали, кстати, в птичках. Полированный камень. 10. А он сперва с железом, да, хочет разобраться? Нет, железо мы тогда отключим. Камень отключим. Вот. Только полируем камень. А есть ли у нас их столько? Да, есть. Работать. Синие шарики. Прям все шарики за полированный камень дают. Опять спать. Да. Ну ладно. Идем спать, значит. Ничего не поделаешь. Чтобы сделать еду, нужно сперва ее вырастить. Чтобы ее вырастить, нужно тоже энергию потратить. Так что... Ничего не поделаешь, придется спать. Все, у нас заканчивается день инквизитора, но инквизитор у нас тоже хочет бухлишка от нас, кстати. Вино с серебряной звездой. Вот он хотя бы конкретизирует, что ему надо от жизни. Так. Слушайте, а мы, кстати, на полированном камне это сейчас наберем. Вот 30 у нас синих шариков, можно уже смотреть сбраживание. Вот, например... Дистиллятор алкоголя. Ну ладно. В общем, да, сейчас наберем. Сейчас вот пошла малина. Главное. Мы еще должны где-то тут научиться делать клевые ограды. Только что-то непонятно где. Сейчас, секундочку. Мы, по-моему, их учили сделать. Нет, не сюда. Теология. Да. Создается на второй каменотесной мастерской. А где у нас вторая каменотесная мастерская? Она у нас где-то вот здесь должна быть. Неужели мы до сих пор ее не изучили? Не может быть. Камнетесная мастерская 1, камнетесная мастерская 2. А ты какая? Первая. Видимо, ее нужно сносить и делать заново. Ну-ка.
Нетесная мастерская 2. А, ну она просто другого размера совсем, все понятно. Ладно. Ее тоже сделаем после того, как поспим. Дрыхнем. Ну, на самом деле, слушайте, пора заканчивать серию, я тут внезапно осознала. Мы обязательно продолжим в следующей серии. Даже будет она еще интереснее, потому что я сделаю за кадром вот эту вот все, добычу всего-всего и отстройку всего-всего. И мы начнем, наверное, прям сразу с алхимии и зомби. Без всего вот этого вот бесконечного, непрекращающегося фарма ресурсов. Да, всем большое спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, и мы с вами встретимся в следующих сериях. Пока-пока!